Это самое подходящее место для удачного отдыха. Поэтому в нашей программе мы расскажем, как правильно ухаживать за фруктовым садом, размножать и выращивать плодово-ягодные культуры, высаживать декоративные кустарники и цветы. Поделимся полезными советами и поможем вам, телезрители, на ваших дачных участках. Вместе поставим дачные эксперименты, изучим рекомендации лунного календаря и найдем ответы на любые вопросы. Динамично, легко и ярко о дачных делах в программе «Удача на даче». Смотрите на «Беларусь 4 Витебск». Если полицейский всю жизнь служит закону, его ничто не может остановить. Привет, это автоответчик. Шины в руки и бегом на место, это приказ, Фред. Даже оказавшись в инвалидном кресле, детектив Фред Кайн берется за самые запутанные дела. Только теперь его юмор стал чернее. Еще раз так сделаете, я вырежу вам глаза ножом. А сарказм еще жестче. 20 лет и уже покойник. И не дай бог кому-то из двуногих его пожалеть. У него две ноги, а в голове пусто. Новая жизнь не мешает ему быть лучшим в уголовном розыске. Я в этом деле мастер. Никто не заметит. Детективный сериал «Каин. Исключение из правил». Премьера на «Беларусь 4». Rai Fiction представляет совместное производство Rai Fiction и Aurora TV. Женский рай.